Жизнь после 50 только начинается. В этой истине эти катлашанки убедились лично. Занятия с психологом, тренинги, скандинавская ходьба, бассейн, танцы. И вот теперь фитнес в Котласском дворце культуры. Всем этим женщины занимаются в рамках проекта «Активное долголетие». Одно занятие у нас посвящено полностью бальным большинству танцам, но они еще просят энергичные какие-то танцы. Мы, конечно же, и этому внимание уделяем. Ну и вторая половина, это вот, например, сегодня у нас будет фитнес. На фитнесе мы изучаем различные программы, как аэробику, зумбу. И в основном мы берем колонетика, это оздоровительный комплекс на различные группы мышц. Результат двухмесячных занятий, как говорится, налицо. Настроение, со слов участниц, прибавилось. Появился огромный заряд бодрости. И главное, улучшилось здоровье. О болячках здесь давно никто не говорит. Самочувствие улучшилось гораздо. Это мы почувствовали уже после первых занятий. Танцев, значит, фитнес. Очень хорошая у нас хореограф Наташа. Она нас движет здесь целый час, что мы прям все в восторге от нее. В общем, ну, конечно, здоровье улучшилось. 120 участниц всех микрорайонов города. Занятия в рамках проекта, который выиграл грант фонда Тимченко, а это порядка 150 тысяч рублей, бесплатные. И проходят тренировки во всех ДК – в Котласе, в Ичигодском, в Лиминде и на Доке. Объять и объединить всех, кто хочет и может – вот главная цель проекта, от которого котлашанки серебряного возраста в восторге. Нельзя оставаться на обочине жизни. И этот центр для нас как новая, новая волна. Мы здесь радуемся, смеемся, веселимся. Наташа дала упражнение, что вот именно на растяжку позвоночника и сразу улучшение. Проект «Активное долголетие» продлится до конца января, так что его участниц еще ждут и другие, пока не освоенные ими области.